Добрый день, дорогие друзья, Евгений Гордеев из славного города-героя Смоленска. Дорогие мои подписчики, гости моего канала, горячо и сердечно поздравляю вас с Днем Пионерии. Желаю крепчайшего здоровья, счастья, всех благ и дарю вам свое стихотворение к этому славному празднику. Кто не был в детстве пионером, тот не узнает никогда, как быть для всех ребят примером, готовым ко всему всегда. Тот не певал веселых песен у пионерского костра и не был так стране полезен, как это чудо детвора. Пылал на шеях галстук алый, салютовали мы рукой, мы тонны вторсырья сдавали во славу Родины родной. Мы все тимуровцами были и опекали стариков, дрова и воду им носили, тепло дарили и любовь. И с нескрываемым восторгом глаза глядели октябрят, когда под барабан из горном шагал по улице отряд. До комсомола дорастали, вершили славные дела, достойными отчизны стали, которая нас родила. С Днем Пионерии я снова поздравлю тех без лишних слов, кто на призыв «Будьте готовы!» откликнется «Всегда готов!» Еще раз, друзья, здоровья, счастья, всех благ, любви, благоденствия, достатка и мира нам всем. Пока.